Всем привет, я Фикс Прайс. Смотрите, какие они. Ой, тут они стоят. Смотрите, какие у нас новинки. Смотрите. Фломастеры с лягушонком или инопланетянин какой-то. 12 штук фломастеров. Здесь черепашка. Здесь у нас динозаврик. Единорог. И попугай Кеша. Классный. Так. Он открывается как-то. Сейчас посмотрим. Вот таким образом вот открывается. Между тормашками. И, в принципе, можно хранить фломастеры. Только вот так. А сюда можно какие-то мелочи положить. Так что все пригодится в хозяйстве. Симпатичнее. Слава богу, хоть какая-то новиночка хорошая. Оп, свалила. Одной рукой. Как понимаете, неудобно, но я попробую, попытаюсь. Все, закрутила. Все, красота. Красота. Смотрите, какие прям яркие-яркие. Текстовыделители. Опять новый рисунок. До этого был вот такой. А теперь вот такой. Симпатичный. И так много фломастеров различных. Ручки шариковые автоматические. Такой расцветки. И такие разноцветные. И стержни синие, чернила синие. Хотя вот так смотришь, они вот разноцветные. Ну, наверное, все-таки синие. Все-таки синие распишут. Синие, значит, синие. А вот какие. Набор шариковых ручек. Тоже чернила синие. Такие синие чернила. Ну, вот какие наборы декоративных гелевых ручек. С такими волнами. И такие. Это черные, наверное, чернила. Да, черные чернила. Смотрите, в горошек. Прикольные, нравятся мне. Жалко, что они гелевые. По-моему, в школе нельзя гелевыми писать. Синие чернила. 77 рублей. Классно, вот эти мне прям нравятся. С якорями. Черные чернила. Отрывные листы постоянно новые. Вот, пожалуйста, с такими альпами. Заново нам привезли такие прекрасные горшочки. Мне они очень нравятся, симпатичные. Такие блестящие, гладкие. 77 рублей. Такие декоративные горшочки в кашпо. И такие. Набор наклеек, смотрите. Такие бусинки, не бусинки, пуговички, не пуговички. Бабочки. Хорошенькие. Звездочки, сердечки. Нам привезли опять новые стаканы и мыльницы. Смотрите, какие они. Радует и радует нас стакан для зубных щеток 8 на 11. Товар не подлежит
обязательной сертификации. ₽55 мыльница и ₹77 стаканчик. Такие вы все видели. Это пластмассовые, это керамические, как бы там. Такие ₹99. Но здесь целый набор. Так уж вышло, что я стала обращать на трусики больших размеров. Не только вот таких вот страшных. Ну, по крайней мере, мне не нравятся расцветки. А всякие разные. Очень. И светлые, и темные, и яркие, и всякие. Этот размер 54, 56. Так. ₽96 хлопок и 4 эластан. Ничего лишнего. Здесь, конечно, можно было потоньше сделать, но ничего. Все равно нормально. ₹99 трусики стоят. Я считаю, очень дешево. Так что вот. Забыла сказать. Магазин находится в городе Орске на остановке нефтехимиков. Вот. Это маленькие трусики. 95% хлопок. 5 эластан. 46-48. На ощупь хорошенькие. Расцветочки. Розовые. Зелененькие, беленькие. Ну, в общем, ничего, симпатичные. Такие вот. Здесь как будто шелковые. А здесь 100% шелк, хлопок. 95% хлопок и 5 эластан. Эластан, наверное, здесь. Расцветочки. Разные. Желтенькие, беленькие, синенькие. То есть фиолетовые, не знаю даже, какие, свекольные. Не могу пройти мимо носков. Спортивные носки, черные и белые. Хлопок. 80% хлопок, 5 лайкра и 15 полиамид. И белые, и черные. А, по-моему, серые тоже есть, да. Серые тоже есть. Ничего, такой состав не очень плохой. Хороший. Вот серые. Мужские беленькие есть. 25-27 размер. Коротенькие кроссовки. Также есть женские спортивные. Я не знаю, мне нравятся очень спортивные носки. Синенькие, беленькие, серенькие. Разные расцветки. Так, а... 36-40, 80% хлопок, 5 лайкра и 15 полиамид. Появились у нас новые кружки. Были вот такие. А теперь эти. Градиент. Трех расцветок. Розовые. И голубые с синим. Качество неплохое. Хорошенькие, 350 миллилитров, но тяжелые, прям тяжеленькие. И вот эти тарелочки, они как пиала, это бульонные, всех расцветок, такие же, как есть тарелки большие, салатники, тарелки, такие же и вот эти пиалы. По мне, так больше это напоминает маленькую детскую тарелку, ну никак на пиалу. Может быть, не только одной, так кажется. У нас появились вот таких вот расцветок сумки. Я так понимаю, что это может быть мальчиковые сумки. ₹99. Они внутри на подкладке, на хорошие. Хорошие сумки, на вид, по крайней мере. С кармашком, с молнией и на ремешке. Синенькие у нас были. И, по-моему, еще были черные. А сейчас появились еще вот такие симпатичные серенькие.
Теперь по корзинкам у нас появился новый контейнер. Контейнер для мелочей, практик. Вот такие. Вот такой. 31 на 20 и на 16,5. Есть такие синие, яркие и зеленые. Затем такие ящички, коробка для хранения, 35 на 29 и на 13 сантиметров. И вот такой расцветки, 99 рублей. Эти корзинки тоже у нас есть в наличии для пикника. Девчонки все хвалят их с ручками, 99 рублей, двух расцветок у нас. Вот такая симпатичная корзинка. Прям мне нравится. Смотрите, какая. Двух расцветок. Рисунок есть такой. И вот такой рисунок. Это вообще как вязаный. 99 рублей. Эти корзиночки 25 на 19 на 10 с ромашками или с подсолнухами, много расцветок. Вот корзиночки, коробка с крышкой 22 на 22 и на 13. Коробка с разделителем, смотрите, здесь разделитель на три части или на две, 77 рублей. Разных расцветок. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте про колокольчик. А я вас всех целую и люблю. Пока-пока!